Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. На 83-м году ушел из жизни чешский режиссер Ирже Менцель. Обладатель премии «Оскар» и классик чешской «Новой волны» умер после долгой болезни. Ирже Менцель скончался 5 сентября в кругу близких друзей в возрасте 82 лет. Об этом сообщила его жена Ольга Менцаелева в Инстаграм. «Спасибо за каждый день, который я провела с тобой. Это было невероятно. Спасибо за трудные последние 3 года. Ты помогал мне со всей своей храбростью, вкусом, необыкновенной волей к жизни и юмором», — написала она. Ирже Менцель родился 23 февраля 1938 года в Праге в семье писателя и журналиста Йозефа Менцеля. Увлекался театром и поступал в Академию музыкального искусства в Праге на театральный факультет, но не был принят за отсутствием необходимых данных. После этого поступил на факультет кино и телевидения той же академии, где учился в мастерской Атакара Вавры вместе с Верой Хитиловой и другими будущими режиссерами «Новой волны». Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!